Василий Гончаренко приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он выплатит штраф 1 100 000 рублей и не сможет 3 года занимать должности на госслужбе. Такое решение вынес суд. Напомним, экс-руководитель администрации Каркировского района осужден за взятку от предпринимателя. По версии следствия, эти средства должны были обеспечить покровительство в строительстве лесоперерабатывающего завода в муниципалитете. Сам подсудимый подтвердил, что деньги брал, но на оплату своей предвыборной кампании. К слову, прокурор просил для Гончаренко не 7, а 8 лет колонии. С приговором согласны? Нет. Обжаловать будете? Конечно. Защита надеется переквалифицировать преступные действия своего подзащитного со взятки на мошенничество. От получения денег подсудимый не отказывается, но настаивает, что за них взяткодателю Гончаренко якобы ничего не обещал. Напомним, речь идет всего о 300 000 рублей.